В составе Мурманской областной думы произошли серьезные изменения. Седьмой созыв депутатов обновился практически на 60%. Из 32 депутатов вновь избраны были 19. Очень хорошо проговорили, четко, понятно, конструктивно, и убежден, что будет хорошая, слаженная работа. Она и в прошлом созыве, с прошлым составом областной думы мы очень хорошо взаимодействовали, четко с пониманием. Уверен, что и с новыми депутатами также будет четкая совместная работа. Впервые депутаты Мурманской областной думы 7-го созыва в новом составе соберутся 7 октября. На заседании будут приняты важные решения – выбор председателя и его заместителей и сенаторов Совет Федерации.